Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Хьюстон, у нас проблемы. Мы очередное видео в стиле хоррор, так как сегодняшний день это просто кладезь для таких видео, друзья. Ну смотрите, нас отсекло от дома вот облачностью. Левое крыло на нее показывает. Там мы только что летали, прохода там нету. Прямо по курсу мы были там тоже. Там на перевальчике искали волну и так далее. В общем, снимали вот ролик про дорогу Наполеона, которая сейчас под нами, как раз вот стояночка, где он стоял. Ну, в общем, единственный способ нам вернуться домой, это обходить сейчас через, видите, чистенько в долине Гренобля. Замечательно. Дорога, которая идет с Гренобля, идет вот по этому, как раз вот здесь, по долинке. И нам нужно вот эту вот облачную массу обходить сбоку, что мы сейчас и будем делать. Но мы сейчас отгребем, мало не покажется, потому что вдоль хребта ветер. Сейчас посмотрим все это, как это будет. Будем пробовать перепрыгнуть эту облачность, вот это здесь капканище. И посмотрим, получится у нас это или нет. Нормально. Закрыл, поставь, да, минус 2, двойка нормально. Не-не-не, не четверка, двойка. На скорость, да, мы же на высокой скорости идем. Ну, сейчас мы обходим вот эту конструкцию, и нам потом надо направо, как раз где за ней будет высокий уровень турбулентности. Сейчас мы на своих мужественных плечах, ногах и так далее все это испытаем. Можно, конечно, чтобы не попасть в облака, свернуть налево. Я так и сделаю, но я максимально хочу близко к линзе проскочить, потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это интересно. Ну и так, в общем-то, познавательно. Где-то справа сейчас пельбедюр прячется, у нас 3300, он 2700. Понятно, что мы на него не наденемся. Но вот так вот весело. Впереди, как вы видите, облака тают. Там у нас дальше на юг все спокойнее. Вот это облако мне нравится. Интересно, почему оно торчит из общей системы. Ну, чтобы понятно было, снижение наше минус 5 метров в секунду. Ветер попутный 53 километра в час. Ну, таких две массивные штуки торчат. Так, поориентируюсь по местности. Я запомню, как это все выглядит, когда облаков нет. Ну да, мы сейчас уже проходим траверс пик-дебюр. Нет, еще не проходим. Пик-дебюр у нас два варианта. Или он остался сзади, вот там. Или он впереди, вот там. Интересно, где. Ну, судя по тому, что торчит вот такая стенка, тут, похоже, волна за пик-дебюром. Мы в ней уже сегодня три раза были. Поэтому попробуем к ней подобраться. Да, похоже, это она. Ну, или что-то еще. А, вон он, пик-дебюр, вот. Вот он, друзья. Видите, как тяжело ориентироваться, когда все в облаках скрыто. В принципе, есть карта. Можно было бы по карте сориентироваться. Но зачем нам карта, если мы и так все помним? Сейчас мы выходим в волну, которая за пик-дебюром. Ну, тут у нас мы уже все знаем. Волна здесь сильная. Сейчас нас опять вынесет на 4000. И мы сможем летать до вечера. Вопрос, что хотим ли мы летать до вечера, как мы начали летать 6 утра, а сейчас у нас уже 12. Да, еще часик. Ну давай, да, часик, я думаю, что в самый раз будет. Вот, друзья, как выглядит хорошая боевая волна. 43 км в час дует. Скороподъемность хорошая. Ну и вот за пик-дебюром облака. Представляете, если бы мы по какой-то причине пошли бы напрямую через пик-дебюр, попали в облачность, и нас в облачность могло бы доживать со страшной силой. Ох, это я страху нагоняю, друзья, страху. Просто есть люди, которые, наверное, смотрят видео часто для этого, побояться. Ну вот вам побоитесь. Представьте, что вот мы были, кстати, вот так. Вот, его показывает. Вот там вот эта конструкция на передней части. Сейчас вот не видно, где мы были, потому что мы, ну, многоэтажная красивая слоистая конструкция, на ее фронте были. А это следующая волна, она более синяя. Наша не больше 3,5 километров давала. Та старая конструкция. А здесь мы уже 3,5 километра набрали. То есть восполнили всю высоту, которую потеряли на переходе. Ну и у нас скороподъемность 5 метров в секунду. Почти 2 этажа в секунду. Кто этажами может считать? Ну красиво, красиво.
Ну, никакого страха не получилось. Никак не удается снять в канал «Мечта летать» настоящий хоррор. Так, какой-то лайт-версия. То есть, потому что мы трусливые, друзья. Мы боимся опуститься вот туда вниз и предстать перед торжеством, не знаю, вот облачной турбулентности. Мы, видите, залазим в волну, вот где можно вот даже, вот смотрите, ручку бросить, вот так расслабиться, сидеть. И планер сам в этой волне летает, набирает высоту. Эдуард, возьмешь ручку, а то нас сейчас с волны сбросят. Ох! Вот так вот, друзья. До новых встреч. Мы геи. Погода бомба. Контент огонь.